А здесь у нас сантехнический профиль Wallbox от компании Рустеплопол. Он сделан у вас из алюминия, как я понимаю. Да, все верно, это алюминий, толщина стенок 1.5 миллиметра. То есть по сравнению со сталью, стали миллиметр, а здесь алюминий 1.5. Даже больше, потому что стандартные профиля идут 0,7 плюс-минус 0,5 с допусками. У нас ровно в два раза больше толщина идет. Какие крепления у вас есть? Уголки, конечно. Да, есть уголки, двойные крепления, потом крепления. Вот такие крепления идут либо к стене, либо к потолку, либо к полу. Плюс прокладки. Да, прокладки виброзащитные идут, а прорезиненные. Можно прикреплять. И вот эта штука это для нога. Основания. Для... Да, если у вас, например, вот так вот стоит отдельно стена, идет, то нужно ставить такую ногу и двумя анкерами в бетон она... Двумя вот такими. Сейчас, секунду. В комплекте идут вот такие анкера. И она двумя анкерами в бетон крепится. Это если стена идет отдельно. То есть это основная несущая, а это какая-то уходит. Ну, если нужно укрепить конструкцию, да, тем более, да. Да. Ага. Производится сантехнический профиль? Все в России производится. Сам профиль алюминиевый, элементы стальные. Также еще у нас есть вот такие, называются кронштейны, система. Кронштейн используют для установки инсталляций. То есть вы можете взять любую абсолютно инсталляцию и нашими кронштейнами с нашей системой соединить. Ага. А вот проверяли, например, ну как вот все ориентируются же на ТЦ, на немцев, на сантехнический профиль, на статическую нагрузку, там, например, штангу взяли, и какой максимально выдерживает без прогиба там стали, На сайте есть заключение лаборатории МГСУ испытательной, там все нагрузки можно посмотреть в разных вариациях. Ага, ну и кто победил вот так, в общем? Если мы берем, когда нагрузка прикладывается вот так вот сверху, и уголки стоят здесь, наш профиль в 2.5 раза лучше, чем ТС. За счет того, что у ТС идет сталь по стали, сталь поставляется промасленная, у них углы от определенной нагрузки начинают ехать. Потому что там не цепляется, да, сталь твердая, да. И два твердых, мягкий, все верно, да. И вот эта сталь, он закусывается в алюминий, да. В 2.5 раза нагрузки. Если мы берем вот такое соединение, опять же давим сверху так, то у нас буквально где-то в 1.5 раза тоже лучше. Опять же за счет того, что сталь закусывается в алюминий. Ага. Ну и, соответственно, если производится в России, то цена там от этого да, имеет вот значение. Есть для установки водорозеток также мы производим вот такие пластины. Вот такие, да? Да, пластины. Да. Вот это элемент идет вместе, идет одна пластина и таких 4 соединительных лебедя. Я такие не видел, недавно стали делать? С самого начала делали. С самого начала, да? И сколько у вас, например, сантехнического профиля вот берет монтажник обычно? Понятно, что дома, объекты разные бывают. Смотрите, в среднем где-то от 54 метров там, до 200 берут монтажники. Обычные просят. Опять же, как вы уже подметили, от объекта зависит. Также еще вот есть интересный момент. Кстати, вот еще крепление. Для людей, это я чуть попозже расскажу. Многие не очень доверяют алюминию. Почему-то непонятно. Мы специально для людей, которые не доверяют, да вот на таких лебедях закрепления сделали отверстие, чтобы можно было саморезом намертво закрепить это соединение. Ну, если кто-то хочет. Да, если у кого-то. Навека. Да, можно саморезом. Дальше, вот это элемент. Так называемая скользящая опора крепится к профилю. Вот сюда, вот так вот. Здесь ответная часть шпильки. Здесь вставляется плавающая опора. Используется в деревянном домостроении. То есть, когда дом построили, он будет еще со временем проседать, чтобы вот этот элемент не жестко закреплен был, а он постепенно начнет вместе с домом садиться. Также этот элемент используют еще, если хотят закрепить какие-то трубы. То есть он крепится сюда вот так, и здесь сюда крепится на шпильке хомут. Шпилька стальной хомут. Да. Прокладки. Это вот у нас только вот разработали буквально. По сравнению, например, с тем же ТЦ, вот ваш алюминиевый профиль дешевле, если дешевле, на сколько? Дешевле практически в два раза. Два раза профиль дешевле? Это сколько он стоит? Ну, опять же, зависит от объема. То есть, если вы берете большой, то считать в овероле, то у нас почти в два раза дешевле. Я думал, процентов на 20, например. Ну, 20-30, да. Если это большого объема, то там почти до 50. Да. Но если в розницу, то это 20, да, наверное, да, в розницу, процентов. 20. Разница между ТЦ. Ну да, он вот толще 1.5 миллиметра, вот этой стенки.
И он, естественно, без сварного шва, без. Он и цельный такой профиль. Это хорошо. И мне очень понравились уголки. Вот да? Прям уголки, они хорошие, они равномерно вот так вот крепятся, там без перекоса. Хорошо. В монтаже прямо пробовал, отлично. Про всякие разные пластины особо не могу сказать. Не пробовал. Уголки просто великолепны. И я думаю, мы испытаем как-нибудь, возьмем алюминий Wallbox, возьмем сталь ТЦ немцев и возьмем для разнообразия, например, чехов Alcofix и проверим на нагрузку. Ну, у вас там лабораторная, а у блогеров там свои испытания, пожалуйста, мы что-нибудь сделаем. Я думаю, да, погода будет хорошая, мы это сделаем. Что еще у вас из новинок будет вот именно, да, к этой системе? Вот, например, элемент это для установки, для скрытой установки. Какой-то светильник, что-то еще повесить сюда. А. Да, пластины. Это фанера. Да, обычно это спрессованная фанера. Да? Нет, больше. Хорошо. Ага. То есть у вас вот можно еще и, да, вот такие элементы заказать. Да. Они вот только-только появились. Ну, хорошо, что развивается компания и конструктор, да, обрастает новыми элементами. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. За рассказ.